В гипермаркетах «Линия» появился новый слоган «Линия хороша для семейного кошелька». И это действительно так. Семьи с различным достатком часто выбирают именно эту торговую сеть для совершения покупок. Даже в ушедшем 2016 году, когда многие магазины заявляли о том, что у них снижается количество клиентов, в «Линии» оттока покупателей не отметили. Более того, их количество даже возросло. Причин здесь несколько, и одна из них – доступность цен. Подорожание продуктов питания и падение доходов населения заставляют людей экономить, искать где дешевле. И в этом плане «Линия» постаралась оказаться на высоте. Здесь ежедневно проходят акции по снижению цен на 1500 наименований товаров. И это без дисконтных карт и программ лояльности, столь часто практикуемых другими торговыми сетями. Действительно, у нас не работают дисконтные карты. Цена, которую мы предлагаем в своих магазинах, достаточно привлекательная. Покупателю не надо высчитывать, что же он получит в конце, так сказать, в чеке. Абсолютные цены чаще бывают привлекательнее, чем цены по дисконтным картам в других магазинах. В «Линии» не экономят на покупателях. Здесь минимальные наценки на товары, при этом ассортимент продукции широчайший. Во всех наших магазинах сейчас больше 20 тысяч наименований. Многие сети в прошлом году в результате кризисных явлений снижали ассортимент. Мы пошли по другому пути, мы прибавили в ассортименте, мы сделали такой ассортимент, чтобы на любой кошелек любой покупатель мог бы сделать свой выбор в нашем магазине. Торговая сеть «Линия» работает и для покупателей с небольшим достатком, и для семей, готовых приобрести более дорогие деликатесные товары. То есть действительно на любой кошелек. В то же время так называемые магазины у дома предлагают весьма невеликий ассортимент продукции. Там ассортимент 3-4 тысячи наименований. Постоянно расширяя ассортимент, в «Линии» огромное внимание уделяют качеству товаров. Всех без исключения. В том числе продукции собственного производства. Особой популярностью у покупателей пользуются отделы кулинарии. Здесь вкусно, как дома. При этом цены весьма доступны. Например, в Белгороде местный телеканал провел исследование, вычисляя так называемый индекс Оливье. И выяснилось, что цена готового салата в отделе кулинарии «Линии» в расчете на семью из 4 человек оказалась ниже, нежели приобретение отдельных ингредиентов в других магазинах. То есть выгода налицо. Свежие пирожки и булки, торты и десерты, изготовленные без использования консервантов, котлеты, рулеты, продукция натурального копчения. Все это готовится в чистейших цехах настоящими специалистами своего дела. Хлеб в «Линии» выпекается по классической технологии. Из печи товар сразу же поступает в торговый зал. Особое внимание уделяется и свежему мясу. Оно проходит несколько ступеней контроля. Охлажденные туши моментально разделываются, мясо фасуется, перерабатывается и выкладывается на прилавки. Качество этой продукции и доступные цены покупатели давно оценили. Еще одна немаловажная составляющая успеха – это скорость обслуживания покупателей на кассе. И в этом плане сеть «Линия» даст фору многим. Здесь постоянно обновляются оборудование и компьютерное обеспечение, проводится обучение персонала. Все делается для того, чтобы люди не тратили свое время, стоя в очередях. К услугам покупателей еще и хорошая просторная парковка. Это особенно удобно, когда сюда приезжают семьями для совершения крупных покупок. Поэтому в качестве иллюстрации к слогану «Линия хороша для семейного кошелька» выбрана скульптурная композиция, символизирующая семейные ценности, которая установлена в Орле у туристического многофункционального комплекса «Грин». Сейчас практически каждую неделю в «Линии» проводятся различные акции и розыгрыши призов, так что самое время поспешить за покупками.